Урок 17. И тема этого урока – буква САД. Давайте посмотрим, как пишется эта буква. Это буква САД. Она находится на строке. Эта часть больше похожа на капельку, которые положили на строку, и хвостик. Давайте еще раз следить внимательно. Это буква САД. Давайте теперь вместе научимся правильно произносить эту букву. Буква САД относится к твердым буквам. Это одна из твердых букв арабского алфавита. И еще она свистящая. С-сад. Послушайте внимательно. Сад. Сад. На конце мягкая Д, и мы как бы прерывисто заканчиваем. Сад.